Итак, это волк. Да. Видит тебя. Идет на тебя. Ладно. Он уже близко. Он атакует. Плохо, ты мешкал, все умерли. Боуди, нужно найти огонь в себе. А что посоветуете начинающим музыкантам? Жгите вовсю и не сдавайтесь. Ты не будешь музыкантом, Боуди, ты станешь стражем. Примеры последствий отсутствия стрижки. Боуди, это не ты. А кто будет охранять все это после меня? Отправляйся в город, но если провалишься...